Бывший электрик Пьер Ле Геннек и его жена предстали перед судом во Франции. Их обвиняют в присвоении более 270 работ Пабло Пикассо. Ле Геннек заявил, что работал электриком в трех домах Пикассо на юге Франции. Супруги утверждают, что получили литографии, рисунки акварелью и эскизы в дар от самого художника и его жены в начале 70-х годов. По их словам, работы хранились в чемодане в гараже в течение нескольких десятилетий. Ле Геннек и его жена говорят, что практически не притрагивались к его содержимому. Об этих работах Пикассо стало известно в 2010 году. Наследники художника посчитали версию Ле Геннека и его супруги смехотворной и подали на них в суд. Если супругов признают виновными, им грозят до 5 лет тюрьмы и крупный штраф.